Всем привет! Продолжаем гулять по Эрарте, музее на Васильевском острове. Основная реальность, так называется выставка Анастасии Кузнецова-Руф. Это первая персональная выставка Анастасии в Эрарте, в Петербурге. Анастасия Кузнецова-Руф – участница многих выставок в Москве, Риге, Стокгольме, Упсале, Роттердаме, Берлине и других городах. Кстати, отдельные работы экспонировались в Русском музее. Она стипендиат Министерства культуры Российской Федерации трижды. В 2013 году, в 2013 году одержала победу на 4-м международном конкурсе портрета. Заняла 2-е место, стала первым художником из России, удостоившейся этой премии. Входит в топ 100 признанных авторов по версии проекта InArt в рейтинг «Лучшие современные художники России» по версии Artex. Ну и также народный арт-рейтинг «Мне нравится», так сказано в Эрарте. Действительно уникальная техника живописи. Как правило, она использует не более 2 художественных материалов. Это уголь или угольный карандаш и один цвет темперы или акрила. Действительно создает необыкновенную серо-серебристую ткань живописи, пронизанную почти невидимым светом невозможного счастья. Я зачитываю то, что написано в анонсе. Красивые работы Анастасии. Вот, посмотрите, пожалуйста. В центре женщина, дети, а на периферии все остальное. Интересная выставка, интересные работы. Это работа Анастасии Кузнецовой-Руф. Выставка называется «Основная реальность». Проходит она в музее Эрарта на Васильевском острове. Вот, посмотрите работы. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Интересная работа.